What I'm seeing actually, you see, I mean, it's a combination. As an expert in the various martial arts in China, what did you think of the fighting that you saw in the movies? Martial art has a very, very deep meaning. Я сейчас нахожусь на Тенерифах, изучаю как раз испанское фехтование. Но тема нашего сегодняшнего разговора в рамках итальянской школы фехтования будет так называемая Болоньская школа фехтования. Я попытаюсь простым языком объяснить, что это. Ну, во-первых, Болонья расположена определенным способом. В Италии вы должны это на карте себе представлять, что вот здесь Болонья, тут Венеция, тут Генуя, ну и дальше пошла уже Италия, да, то есть это север Италии. Болоньская школа фехтования, она, имеет свои отличительные черты по сравнению с другими школами фехтования. Об этом мы сегодня с вами и поговорим. Итак, когда мы начинаем изучать документы Болоньской школы, мы с вами, первое, на что натыкаемся, да, то есть на дифференциацию. То есть вот это первое, что бросается в глаза из документов. Я не сторонник споров на эту тему, но многие люди считают, что Болоньская школа фехтования появилась из воздуха. Она никогда не существовала, а потом из воздуха надулась, как шарик. Да? Ну, так ничего не бывает, вы же прекрасно понимаете. Болоньская школа фехтования появилась почему-то. Да? И причина очень проста. Дело в том, что раньше в Италии, когда люди занимались фехтованием, все хотели стать мастером фехтования. И все школы фехтования, которые в тот момент времени существовали, они были нацелены на то, чтобы подготовить мастеров фехтования. А Болоньская школа, она выбрала, другую тактику. Она первая, кто начала готовить солдат вместо мастера. То есть, речь не идет о мастере фехтования, речь идет о быстрой подготовке солдата, которые нужны в большом количестве в Европе для того, чтобы вести войны на территории городов. И поэтому Болоньская школа получила очень большую известность, так как она была, самая востребованная. Да? То есть большинство людей необходимы были солдаты, солдат надо было где-то учить, и Болоньская школа фехтования отлично справлялась на потоке с этим вопросом. Ну, первое, с чего мы могли бы вообще начать здесь, это с тем, что отличает Болоньскую школу фехтования от других школ. Знаете, когда вы возьмете трактаты Болоньской школы фехтования, первое, что бросается в глаза, это деревья. Болоньцы рисовали деревья определенные. Там в корнях, например, стойка, потом там удары туда, ветка сюда, там косой удар, там это сюда. То есть ни одна школа итальянского фехтования не рисовала деревья, а Болоньская школа с удовольствием деревья рисовала. Это такая логическая модель, в принципе, неплохая, которая позволяет запоминать все технические элементы и держать их одновременно в памяти в виде дерева. Ну и тренироваться соответствующим способом и комбинировать эти элементы. Считается, что основателем Болоньской школы были люди, которых мы плохо знаем, и первый человек, которого, яркий представитель Болоньской школы, это Мароцци, самый знаменитый Мароцци тот самый. Вот. Но вот здесь как раз возникает крайне интересная вещица сама по себе. Дело в том, что Венеция и Болонья расположены очень рядом друг от друга, почти в двух часах езды. И все эти болоньские мастера стремились почему-то жить в Венеции, а не жить в Болонье. Такой как Мароцци, всю жизнь прожил в Венеции, а не в Болонье. Вот. И поэтому возникает куча споров, он венецианский мастер или болоньский мастер, понимаете? Да? То есть
То есть каким-то образом Венеция и Болонья как бы связаны между собой. Как-то они связаны. И вот если вы будете изучать документы, как бы вы поймете, что я, опять же, это мое сугубо личное мнение, что Болоньская школа все-таки на пустом месте возникнуть не могла. То есть просто придумать школу фехтования невозможно. Почему? Ну давайте посмотрим на Болонью. Болонья не является столь могущественной, как Венеция. Вы же понимаете, это прекрасно. Зачем Болонье своя школа фехтования? Объясните. Ну, венецианцам понятно, для того, чтобы вести агрессивные завоевательные войны. А Болонье зачем своя школа фехтования? С вашей точки зрения, это просто небольшой город сам по себе, который, так сказать, существует, и надобности в собственной школе фехтования у него просто нет. То есть зачем городу, просто одному городу Болонья, школа фехтования? Непонятно. То есть когда мы берем там другие города, типа Неаполя, там целые громадные эти, так сказать, территории этой школы фехтования заняты. И она не на пустом месте появляется, да, то есть она откуда-то приходит, эта школа. А здесь, конечно, мы когда смотрим на город Болонья, как бы обыкновенный город, да, там есть университет, да, там есть центр какой-то как бы религиозной и гражданской мысли, там Болоньский университет возникает, Болоньская как бы религиозное как бы движение. Но при этом при всем, мы как бы понимаем прекрасно, что одному городу собственная школа фехтования, которая известна на всю Европу, как бы, но она просто не нужна. Ну, как бы, для чего? То есть в ней нет потребности. То есть, понимаете, все вещи в мире, они возникают откуда. Поэтому, безусловно, эту школу кто-то создал. Туда пришли какие-то мастера, которые создали зачем-то эту школу фехтования. И вот если мы посмотрим, кто там рядом располагается, Венеция и Генуя, то Генуя точно не участвовала в формировании, как бы, так сказать, этой школы. А вот Венеция, вероятнее всего, тесная связь Болоньи и Венеции впоследствии. То есть, потому что почему-то все болоньские мастера хотели жить в Венеции, а не в Генуе. Как бы, тесная связь этих людей между собой, наверное, как бы говорит нам о том, что именно венецианские мастера учредили Болоньскую школу фехтования, и как бы это был, как говорится, исключительно коммерческий как бы проект, да, то есть Болоньская школа говорила о том, что человека научить фехтованию можно очень быстро. То есть, по сути своей, речь шла вот о неком курсе фехтования, которое очень быстро должен был освоить человек и стать пригодным для того, чтобы сражаться на, так сказать, полях городов Европы, как бы, да. И Болоньская школа, надо сказать, хоть и доходила периодически до абсурда, но при этом, при всем, мы как бы можем точно сказать, что она со своими задачами совершенно как бы неплохо справлялась. Да? Я уже обращал ваше внимание на то, что если даже брать Мароццо, это очень простой трактат по фехтованию. Там всего 7 движений люди изучают. То есть это не Франческо Альфьери, понимаете? Это не Фабрисо трактат 250 страниц. Это очень простой трактат, который разделен на фехтование, рукопашный бой с ножом, как бы, и по сути своей наставление по физической подготовке для военного человека, для дворянина, там, для военного человека, который будет вот драться на полях городов Европы. И эта вещь, она как бы совершенно непригодна для каких-то других вещей. То есть, по сути своей, Болоньская школа делала фехтовальщика. Она не ставила себе задачу сделать мастера фехтования. Она делала хорошего солдата, хорошего бойца. Это очень, как бы, кстати, интересно по причине того, что все мастера действительно жили не в Болонье, а в Венеции.
Что еще интересного в этой школе фехтования? Ну, обоюдоострое оружие, наверное, представляет интерес, ну, так сказать, только в силу возможности нанесения удара обоими концами в обе стороны, как бы. Но, как бы, я думаю, что наибольший интерес представляют некоторые учебники Болонской школы, которые, например, предлагают за полчаса до дуэли человека подготовить к дуэли. То есть, понимаете, что это чисто коммерческое предложение. Ну, я сделаю вам книгу, которая вас за полчаса до дуэли подготовит к дуэли. Ну, как вы понимаете, достаточно интересный фолиант. Я его обязательно переведу с итальянского и обязательно выложу его в сеть. Вот как предлагают люди за полчаса до дуэли приготовить человека к дуэли. Как бы, да. То есть это, мне всегда казалось, что по сути своей, ну, если речь идет о фехтовании, человека за полчаса научить фехтованию нельзя. То есть, как бы, не получится ничего. Я сам с клинком работаю более 20 лет, как бы, и знаю, что такое, ну, техника, какое время нужно на освоение технических элементов, и вообще работа происходит постоянная над собой. Тут же товарищи предлагают за полчаса, так сказать, вас обучить всем премудростям фехтования, чтобы вы могли не погибнуть на дуэли. Я не думаю, что они там обещают сделать из вас мастера фехтования. Я думаю, что они обещают вам, что вы, ну, вероятнее всего, не погибнете на дуэли, как бы останетесь в живых. Это, наверное, дороже, чем мастером сделать фехтование, по причине того, что если дуэль через полчаса, там, даже через сутки, если дуэль, то погибнуть на этой дуэли очень не хочется. Вы же прекрасно понимаете, да. То есть, поэтому, как бы, наверное, остаться в живых намного важнее, чем стать мастером фехтования. И я думаю, что Болонская школа и в этом, в коммерческом проекте, вот в таких коммерческих проектах, а их там было несколько, она как бы преуспела. Документов Болонской школы существует достаточно, как бы, много. Вот если я вам даже сейчас покажу, просто у себя, чтобы вы, как бы, ну, не думали, что я, как бы, придумываю что-то. Я вам сейчас просто покажу. Вот. То документов здесь, как вы видите, очень много. То есть это не одна книжка, не две книжки и не три. И вот он начинается в 1510 году, видите? Видите, вот трактаты Болонской школы, 1510 год. Дальше, например, 1531 год. Рассказ о изучении боя и фехтования. 1536 год, Ахилла Мороца. 1575 год, анонимное издание Болонское. 'Анджело Визани, напечатано в Венеции посмертно в 1575 году. Да, можем дальше посмотреть. 1577 год. Становление рыцарем. Как изучить фехтование и стать рыцарем. 1588 год. Видите, как мало времени между трактатами. Визани, Анджело Визани написал трактат по фехтованию. Дальше, 1597 год, опять следующий трактат. год. Правильное владение мечом Александра Болоньезе. 1670 год. 1670 год следующий. В один год вышло три трактата, как бы, по фехтованию в Болонии. Вот опять трактат венецианский. Да.
1575 год. Опять Венеция издание. Вот, кстати, древо удара в Виджане. Видите, как оно выглядит? Древо удара в Виджане. Вот, вот такие вот деревья они рисовали, как бы. Да, так что можно посмотреть. Вот, кстати, Виджане утверждал, что может подготовить человека к дуэли за получасовой урок. Этот урок включал в себя следующее. 7 гвардий и их взаимосвязи с ударами. Универсальная защита восходящим роверсо, за которым следует универсальная атака, укол выше руки. Ну, то есть, вот, по сути своей, вот Виджане как бы вообще утверждал, что он за получасовой урок может подготовить человека к дуэли. Вот. Да. Год издание. 1679 год издания трактатов. Да. Ну, 1597 год. Трактат. Очень много трактатов было опубликовано во Франции болоньских. То есть я вам просто пролистал, показал, как выглядят множество трактатов, которые выглядят с 1510 по 1597 как бы год. Да, и 1620, вы помните, там есть и так далее. То есть почти до середины 17 как бы века. Так как бы публикация этих трактатов происходит. Ну, вот, как бы вы видите, что по сути свои люди там были предприимчивые, они зарабатывали деньги, как бы упрощали фехтование максимально для того, чтобы его можно было как можно быстрее как бы выучить и подготовить солдата и отправить его куда-то воевать. Да. Это вот один, еще один момент. Следующий момент по Болоньской школе, который мы можем как бы для себя как бы выяснить, исходя из документов, это то, что в конце концов Болоньская школа вся переехала во Францию практически. В Болонье школы не осталось. И Болоньская система стала основой как бы французской школы как бы фехтования. То есть, по сути своей, французы болоньскую систему поставили себе на вооружение как основу, как школу. Да. То есть, как бы, и поэтому, когда мы говорим французское фехтование, это продолжатель болоньского фехтования. Вы должны это как бы понимать. У нас с вами не тема французское и немецкое как бы фехтование, но это очень важный момент, который как бы для себя нужно как бы понимать. Мы с вами в дальнейшем будем и каждый трактат разбирать, болоньский, с самого первого по самый последний, и мастеров будем разбирать. Сегодня у нас просто как бы вводный разговор на как бы эту тему. Что мне еще бы хотелось сказать о болоньской школе как бы фехтования? Вы знаете, как-то в последнее время я встречаю как бы в интернете, так сказать, людей, которые считают Болоньскую школу фехтования чуть ли не непревзойденной, да? Ну, вы же должны как бы объективно оценивать как бы эти вещи, как бы и понимать, что школа, которая не предполагает повышение квалификации, она как бы ограничена тем, что мастером, который вам преподает, или теми мастерами, которые вам преподают. И безусловно, если мастера упрощают школу, то вы действительно, наверное, быстрее сможете выучить простые вещи, но сражаться вы сможете только же против таких же простых людей, как и вы. То есть, если вам попадется человек классом выше,
то как бы вы, естественно, потерпите неминуемое как бы поражение. Солдату, солдат вряд ли встретит на поле боя такого мастера. Ну, я думаю, что это вряд ли произойдет, потому что воюют солдаты, сражаются солдаты, как бы они мастера фехтования. Мастера фехтования сидят в замках, как бы пишут трактаты, да. То есть на полях сражений мастеров фехтования особо как бы нет, да. И были люди, которые стали мастерами фехтования, пройдя войны. Да, так, такие люди были, и не один. Вот Эронимо де Каранза, Пачека де Нарваэза. Это люди, которые прошли войны. Вся неаполитанская, вся палермитанская система испанского фехтования. Это люди, прошедшие с Испанией завоевательные войны. И, конечно, в ходе этих войн они стали как бы мастерами фехтования. То есть хочешь не хочешь, жить хочется, и мастерство совершенствовать требуется. И при том, как вы видели, что эти люди были сильно образованы, поэтому подняли фехтование до высоких теоретических как бы и практических основ. А когда же мы говорим «Болоньская школа фехтования», ну, если вы посмотрите на сами трактаты, то они маленькие. То есть сам по себе трактат небольшой очень. И даже есть трактаты, направленные на всякие разного рода вещи, связанные с подготовкой средневековых, даже вот товарищей, там, доспехи, мечи, алебарды, да даже такие трактаты в Болоньской школе есть. Но они как бы опять же направлены на солдата. Они же опять же направлены на солдата, они направлены на подготовку мастера. А мастера в этот момент времени все сосредоточены в Венеции. Вы как бы видите, то есть это Падуя и сама Венеция как бы, и Мароцца, и все, вы же там видели, сколько людей издают трактаты в Венеции, болоньские, как бы, которые они. И как бы по сути своей все болоньцы хотят жить в Венеции. И подавляющее большинство мастеров живет в Венеции. Да. Причина банальна, как бы, во-первых, в Венеции лучшая книгопечатательная как бы промышленность, как бы Венеция делает лучшие книги, как бы сами по себе, с одной стороны. С другой стороны, на Венеции полная свобода, то есть на Венеции нет влияния католической церкви, никакого, как бы что хочешь, что и делаешь, как бы, да. Даже когда на Венеции там устанавливается какая-то там, вы же понимаете, инквизиция там и еще какие-то вещи. Вы же понимаете, что такое венецианская инквизиция, когда вы живете напротив друг друга, вот как в Венеции, кто был в Венеции, тот знает. Вы интернета не имеете, Венеция это остров, попробуй там что-нибудь сделай, да, то есть как бы, тебя утопят в Джудеке очень-очень быстро, как бы, да, то есть поэтому венецианцы все живут одной дружной семьей, и там, если инквизиция что-то и делает, то это все показательные выступления. То есть там пожурили кого-то, поймали, пожурили, он раскаялся сильно, все возрадовались, что человек раскаялся, и забыли как бы за это сразу же, как бы в Италии. А вот в Италии в этот момент времени, ну, не очень хорошо идут эти как бы все вещи, и там можно попасть в какую-то неприятную как бы саму себе ситуацию, как вы понимаете. И, соответственно, мастера фехтования хотят жить спокойно в своих домах, как бы заниматься своими делами, спокойно писать документы, как бы, и так далее и тому подобное. Поэтому Венеция очень располагает для того, чтобы написать что-то. И еще один момент, который нужно учитывать по Венеции, это то, что на Венеции самая лучшая академия художеств в этот момент времени. А вы понимаете, что для трактата по фехтованию нужны иллюстрации, да, кто-то должен рисовать эти иллюстрации. Венецианцы прекрасно справляются с рисунками. Посмотрите, как Мароцца сделан, он чуть позже, вот который выход, который чуть позже был, как бы он уже вообще идеально нарисован, как бы, и так далее в Венеции. То есть все знают, что это венецианские художники как бы отрисовали эти иллюстрации к книгам. Ну и книги, конечно, были очень популярны по фехтованию Болоньской школы, как бы, потому что если, так сказать, такие люди, как Джани, как бы говорят, что они за полчаса могут человека к дуэли подготовить, как бы, это же, вы понимаете, чисто коммерческий как бы проект.
Поэтому как бы есть две как бы системы. Есть вот конгломерат мастеров на Венеции, да, которые каждый имеет свое мнение, каждый имеет свою школу, каждый имеет свое воззрение как бы по этому поводу. Это фундаментальные труды этого и Джакомо де Грасси, и Альфьери, и Мороца, и, так сказать, труды Фабриса, ну, множество людей, живущих как бы на Венеции. И как бы болоньские мастера, они тоже стремятся все жить на Венеции. То есть как бы их преподавать на Венеции, они в Болонье, а потому что, ну, как бы нет никакого смысла в том, чтобы жить в Болонье в тот момент времени, и там ничего нет в этот момент. Да. Хотя, вот еще раз повторяю, то есть это сугубо моя личная позиция, как бы кто-то считает, что Болонья была развитой интеллектуальный центр со своим университетом, со своими там папскими ставленниками католическими и так далее. Может, оно все так и есть, но еще раз повторяю, таких городов, знаете ли, ну, ни один, ни два и ни три. И чтобы делать там такую школу фехтования, как бы создавать, где столько учеников, стесняюсь спросить, взять. А эта школа, она сделана таким способом, что у нее ученики не пропадают, то есть у нее учеников все больше и больше. И обратите внимание, вот если вы сравните трактат Мороца и трактат Альфьери, вы же как бы прекрасно понимаете, что Мороца написан для, ну, обыкновенного человека. Ну, для обыкновенного человека, вот, его понять может кто угодно, 7 технических элементов может выучить кто угодно. А Альфьери — это, ну, фундаментальная научная работа, где нужно головой думать, сидеть, разбираться и так далее, там, вектора, движения ногами и так далее. То есть это, ну, совсем трактат совершенно другого уровня. И он написан на совершенно другой интеллект, на совершенно других людей. Как бы вы же это должны как бы прекрасно все понимать. К сожалению, как бы большинство людей как бы этого не понимают, и некоторые люди настолько возвеличивают школу болоньского фехтования, что, так сказать, можно предположить, что это лучшая школа, которая существует в Италии. Ну, на самом деле, еще раз повторяю, что она действительно лучшая, но лучшая для вот этих простых как бы людей, для солдат. То есть она прекрасно готовит солдат и очень плохо предназначена для более высокого уровня. То есть если вы встретите человека более высокого уровня, дворянина подготовленного, вы погибнете неминуемо, как бы, да, по причине того, что болоньская школа даст вам азы чего-то упрощенные, как бы, но она не научит вас фехтованию. То есть это как бы понятно. Возможно, то, что я сейчас говорю, я ошибаюсь. Может это и так. Но у нас есть с вами возможность этот вопрос как бы выяснить очень серьезно. Каким образом мы это можем взять? Мы можем взять документ за документом и проанализировать его. То есть как бы мы возьмем болоньские трактаты, как бы, и пройдем их с первого по последний, потом выложим их всех на доску по содержанию, по техническим элементам, по логическим моделям. Нам станет сразу понятно, с чем мы имеем дело. То есть, как бы, когда у нас все трактаты будут разобраны на доске, как бы, мы сразу сможем с вами ответить на вопрос, а что же это такое Болоньская школа фехтования. Если Викторович, говоря сегодня, ошибался, как бы, то вот когда мы разберем все трактаты, вероятнее всего, ошибки уже не будет. У нас будут доказательства, которые нам четко будут говорить, да, действительно, Болоньская школа фехтования — это школа фехтования, которая прекратила готовить мастеров и начала готовить солдат. И это намного прибыльнее. То есть это коммерческий проект. Это намного прибыльнее, чем готовить мастеров. Мастера готовить очень долго. Сколько людей вы мастеров сделаете за, там, я не знаю, ну, какое-то время? Ну, вот сколько вы мастеров сделаете? Ну, 5, 3 и так далее, и тому подобное. Мастеров много не бывает. А солдат нужно очень много. И это поток, это просто конвейер, как бы. А на конвейере туда люди, туда деньги, понимаете, как бы. Туда люди, туда деньги, туда люди. Это очень много денег, как бы. Это... А так как Венеция, вы знаете, у нас государство страшно предприимчивое, ну, само по себе, да. То есть они этот коммерческий проект «Болоньская школа фехтования» организовали. И на потоке «давай зарабатывать деньги». Мало того, вы же прекрасно понимаете. Давайте я уже там
небольшой секрет раскрою. Вы же когда людей готовите, они потом в какие-то армии уходят, да? Но они же ваши люди. Понимаете, о чем я говорю? То есть они же ваши люди. Соответственно, вы так наполните армии разных там герцогов и так далее подготовленными солдатами. Они на их стороне сражаются, информацию всю вам на Венецию передают. Понимаете? Да. Когда французская школа фехтования приняла за основу вот эту Болоньскую школу, так вот, возникает вопрос, что больше французов прельстило? Вот этот сама техника Болоньской школы или механизм самой Болоньской школы, который выпускает людей, как бы распространяет по всему. Потому что впоследствии именно этот механизм позволил французскому фехтованию к 18 веку стать самым лучшим фехтованием в Европе. То есть в 18 веке возник неназываемый французский как бы стандарт. И это не без помощи, как вы понимаете, Болоньской школы фехтования произошло, если вся Болоньская школа, как говорят, переехала в Париж. Не в Париж, а во Францию. Да, и французская школа, как бы... И вот, кстати, очень интересно, я сейчас читаю уже, ну, не первое произведение, знаете ли, о чем речь идет. Это такие произведения, мы с вами их будем разбирать, где одновременно фехтование, фехтование тростью, бокс и борьба. Вот такая четверка, как бы. Вот их таких произведений немного, штук, наверное, 6 я нашел в Европе. Но они есть, как бы, и вот где все вместе соединено. Вот. Так вот, как бы, весь инструмент, как бы, заключается в том, что англичане уже, французы в 18-19 веке, они очень плохо отзываются о испанской школе фехтования, очень плохо об итальянской школе фехтования. Ну, то есть вот я сейчас читаю книгу, написанную в Бомбентоне, которая как бы в Британии, как бы, да. То есть там Ронима де Каранза и Пачика де Нарвеза, ну, чуть ли не дебилами называют. То есть безмозглыми людьми, которые ничего фехтования не понимают, потому что, ну, это люди, которые написали химеры, которые как бы, ну, невыполнимы. И они были, ну, необразованными, бестолковыми. Почитайте книгу «Величие меча», все поймете. Эта книжечка с Бомбентона, она очень похожа на Болоньскую школу фехтования, на подход Болоньской школы. То есть там про фехтование вот так написано. То есть там вот такой раздел про фехтование. Вот такой раздел про бокс, вот такой раздел про трость, вот такой раздел про борьбу. Понимаете? То есть, а всего книжечка сама вот такая, да? А «Величие меча» вот такое, понимаете, вот такое по размерам, да. То есть, поэтому вы почитайте сначала Пачика Луиса де Нарвеза для того, чтобы выводы делать, и как можно вообще подобного рода бульварную литературу сравнивать с великим трудом Иеронима де Каранза и Пачика де Нарвеза. То есть, это, ну, просто человек необразованный, у которого... Болоньская голова, наверное, как бы он может вот такие вещи писать. Но я еще раз повторяю, что Болоньская школа имела просто великолепный успех, касаемый подготовки именно солдат простых и подготовки криминала, понимаете, да, то есть как бы, потому что эти люди потом превращались в криминал. И вот этот вот криминал, он был совершенно разнообразный, как бы, то есть вот разношерстный, понимаете? То есть вот по сути своей вот эти вот маэстро, их там масса, много мастеров, они как бы преподавали за деньги кому угодно. То есть вы же прекрасно понимаете, вот здесь человек заплатил деньги, они ему преподавали. И если еще Мароца тогда в те времена заставлял там людей клясться, божиться там на крови, что они никому не расскажут секретов типа фехтования, каких-то там секретных ударов, там вот откуда. Во Франции появилась вот эта ставка на один удар секретный, как бы, который никто не знает, типа. Да?
то уже впоследствии никто ни на какой крови не клялся, давали деньги и учили кого угодно. Криминал, криминал, солдат, солдат. Какая разница, кого учить, лишь бы деньги платили. Поэтому обратите внимание, что Болонская школа фехтования – это великолепный коммерческий проект. И обратите внимание, что именно по принципу Болонской школы фехтования сегодня устроено все итальянское фехтование, которое существует. Вот если вы посмотрите на итальянские школы, то вот они по принципу Болонской школы как бы сформированы. То есть это достаточно примитивная система с очень пафосной рекламой, с очень пафосным промоушеном. И когда там вам рассказывают, как это все древнее, сложное и так далее и тому подобное, вы как бы поймете, изучив болоньские как бы трактаты, что ничего древнего и сложного в них нет. У болоньской школы как бы одно направление — это упрощение. То есть все должно быть просто и быстро обучаемо, на потоке, за деньги, понимаете, как бы. И поэтому, когда мы говорим «Болонская школа», у нас возникает хорошее коммерческое предприятие, понимаете, которое продает фехтование как товар, да, то есть, и оно никогда вас не сделает мастером. То есть эта система не предназначена для того, чтобы делать мастеров, она предназначена для того, чтобы лепить солдат. Ну а сейчас зачем солдаты? Сейчас солдаты никому не нужны, вы же понимаете, да? То есть как бы, зато нужны клиенты. И вот вам рассказывают о том, что это традиции, что вы должны быть итальянцем, что вы должны внимать традициям там, и так далее и тому подобное. И что вас очень быстро обучат как бы всему. Приходите. За полчаса еще не помню, что кто-то обещал научить. То есть они еще не дошли в Италии до этого. Но то есть походите к этим мастерам, поймете, что ничего от мастеров в них нет. То есть это люди обычно пришедшие с других видов единоборств, все. То есть, понимаете, вот когда я смотрю на Болоньскую школу, когда я ее изучаю, уже долго, целый год ее. Вот. У меня все время складывается одно и то же впечатление. Оно, вот, знаете, как зеркало Италии сегодняшнее. Как бы, да. Такое впечатление складывается, что вот они где-то нахватались вот этих вот всех вещей и выдают это за итальянское фехтование. И я как бы совершенно не против такой позиции, как бы по причине того, что итальянское фехтование бывает разных уровней. Если мы пишем 4 уровня, то мы как бы понимаем, как бы, что это фехтование первого уровня. Да, и вас никто ничему большему как бы учить как бы не собирается. То есть из вас мастера делать никто не будет. Я не знаю, какие у вас побудительные мотивы, зачем вам Болоньская школа фехтования, для чего вы ее как бы изучаете. Но я бы ее изучил вот прежде всего с точки зрения коммерческого проекта. То есть обратите внимание, то есть Болоньская школа фехтования не столько может фехтованию получить, сколько может получить, как организовывается клиентский поток, как выбирается сегмент рынка, как бы, как люди зарабатывают на этом очень приличные как бы деньги, да. И не сильно как бы чураются того, чтобы, что они продают как бы товар вот такой, да, то есть, как бы, ну, потому что никому сложный товар не нужен. Люди не хотят заморачиваться, но при этом все хотят быть фехтовальщиками, рыцарями и иметь прочие статусы там. И поэтому как бы Болоньская школа фехтования как нельзя лучше подходит вот для того, чтобы быстренько начать называться кем-то, как бы, да, там, фехтовальщиком или еще кем-то. Еще раз повторяю. Наверное, Болоньская школа была бы интересна с точки зрения криминальной традиции. То есть ее следует изучить в полном объеме с точки зрения криминальной традиции. То, что именно Болоньская школа обучала итальянский криминал вот всем этим штукам. Мало того, вам больше скажу. Школы фехтования Италии были криминальными сообществами именно в Болонье. То есть, как бы, поэтому придумывать о том, что это какое-то благородное сообщество, как бы, ну, это не совсем так. То есть, как бы, вы не тешьте себя надеждами, как бы, что это так. Вот. Вот. Ну, а мы с вами что?
выдвинули гипотезу сегодня. Вот я сейчас рассказал, как я себе это вижу за год изучения этой школы. А теперь мы с вами в следующих как бы занятиях будем изучать эту систему поэтапно, постепенно, анализируя трактат как бы за трактатом, что там написано, и сравнивать с теми же Альфьери, с теми же неаполитанцами, с теми же, так сказать, Джакомо де Грасси и так далее и тому подобное, с Фабрисом, с Капоферро, то есть с теми маэстро, которые действительно, как говорят, оставили, в общем-то, след в мировом фехтовании, как бы, да. То есть поэтому мы посмотрим, вот в чем разница между Джакомо де Грасси, например, и фехтовальными трактатами, так сказать, Болоньской школы. И мы как бы вычертим с вами отличительные черты Болоньской школы, чтобы мы уже точно не сомневались со ссылками на страницы, как выглядит болоньское фехтование как система фехтования. Потому что будет она выглядеть по-разному, то есть она разношерстная, потому что маэстро много. Книги выходят с интервалом не более 10 лет, вы видели как бы. Соответственно, появляются все новые и новые мастера, и они все хотят заработать. Соответственно, уже начинается конкурентная структура, конкурентная борьба, и уже люди начинают выдвигать такие предложения, как за полчаса подготовить до дуэли, да, то есть как бы, и при этом изучив всего лишь 7 элементов, которые вам необходимо как бы знать, как это сделать. Понимаете? То есть универсальная защита, универсальный удар, движение в гвардиях, удары прямой, боковой, отсюда, парирование туда-сюда, лево-право, универсальная защита, парирование снизу, как бы, и движение как бы ногами, вот, в общем-то, и все. То есть и за полчаса можно это все объяснить человеку, а дальше пусть совершенствуется и, так сказать, не умрет на дуэли, да. То есть поэтому, как вы понимаете, такой подход, он крайне интересен. Наверное, люди не хотят долго учиться, люди хотят все уметь и знать, да. Поэтому мы с вами, изучая болоньскую как бы школу, думаю, почерпнем как бы для себя, ну, определенные вещи, поймем, о чем идет речь в каждом из трактатов. И я думаю, что когда все трактаты лягут на доску, мы сможем нарисовать целую доску большую, как бы, что в каком году было предложено, как менялась Болоньская школа от маэстро к маэстро. То есть мы как бы возьмем в центр, вокруг расположим мастеров и будем сюда внутрь наполнять систему для того, чтобы понять, что предлагалось, что одинаково, в чем разница между этими мастерами, что они предлагали, с какой скоростью обучали и кого они, самое главное, обучали, кому нужна такая техника, для чего она, как бы, да, то есть, и я думаю, что мы проведем несколько с вами занятий в школе итальянского фехтования по Болоньской школе, и нам станет сразу понятно, о чем идет речь. As an expert in the various martial arts in China, what did you think of the fighting that you saw in the movies? Martial art has a very, very deep meaning.